Пойдем на стадион. Мы решили поиграть. Жуки на стадионе будут показывать разные фигуры, а Кузя, Пчеленок, Генерал Шер называть их. Я буду судить игру. Поможешь мне решить, кто ответил правильно? Круг. Треугольник. Квадрат. Отлично! Играем дальше. Треугольник. Квадрат. Прямоугольник. Все по-честному. Приготовься. Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Круг. Треугольник. Прямоугольник. Отлично! Приготовься! Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Прямоугольник. Треугольник. Квадрат. Что-то здесь не так. Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Все по-честному. Приготовься. Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. Отлично! Играем дальше. Круг. Треугольник. Квадрат. Точно! Приготовься! Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Треугольник. Прямоугольник. Круг. Все по-честному. Играем дальше. Прямоугольник. Треугольник. Квадрат. Точно! Приготовься! Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Квадрат. Треугольник. Прямоугольник. Отлично! Играем дальше. Круг. Квадрат. Треугольник. Точно! Отлично! Мы справились! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.